Вот эти незатейливые цветочки – это перетрум девичий или хризантемка матрикарий. Это очень красивые, неприхотливые, совершенно не требующие ухода цветочки. Это трехлетка. Если эти цветы остались в зиму, однолетки или двухлетки, они расцветут уже в начале июня. Если они посеяны весной, они расцветут к концу июля. А если они посеяны в июне, они расцветут в августе. Как я уже сказала, они совершенно неприхотливы и не требуют ухода. Размножаются они самосевом. Цветут белыми, красивыми, махровыми и полумахровыми ромашечками. Сейчас я пойду сеять эти цветы. Проще просто ничего не бывает. Вот, у меня подготовлена земля, рыхлая и плодородная. Я срезаю вот такие сухие, отцветшие соцветия от перетрума. Беру и просто перетираю. И вот так рассеваю семена в рядочек. Сейчас, в октябре, свежие нынешние. Вот, вот они мелкие. Все, перетрум девичий, целый большой рядок на весну посеян. Закрывать не буду. Семена здесь пройдут стратификацию. И весной дружно взойдут. И весной закрывать не буду. И подсыпать не буду. Это такие цветы, которые этого не требуют. Они здесь взойдут все просто шубой. Останется их только рассадить или проредить. И вот эти посеянные сейчас цветы в июле месяце уже будут цвести. Это очень хорошая добавка к букетам и хорошо украшает участок. И еще они очень хорошо пахнут полынью. Так что если у вас нет на участке такого цветочка перетрум девичий, то нужно обязательно его посадить. И посадить его нужно один единственный раз. Дальше он будет распространяться сам. Есть у меня и старый запас семян. Я их храню вот в таких кофейных банках. В старых. Прекрасно. Вот такая грядочка, в которой я оставила несколько кустов. Это этим кустам уже год, а хризантемка трехлетка. Значит, я сею поверху в пустые места семена. Сейчас еще возьму. Вот как из таких мелких семян, мелкопыльных, вырастают красивые большие кустики. Вот, все. Здесь их вырастут просто тысячи. Засыпать, и, как сказала я уже, их не надо. Что я делаю? Я просто вот так вот их прихлапываю. И все. Чтобы они сейчас не улетели. И на этом все. Я столько насажала перетрума, здесь будет его море. Все посажено. Весной он зайдет и сравняется с этими кустиками. Эти кустики зацветут раньше, а он зацветет позже. И так будет у меня этот перетрум все лето. Буду его использовать как наполнитель, как дополнение к моим букетам. Все, всем пока.